Жизненно важно то, что ты сделал перед началом движения, предупреждают инспекторы дорожно-патрульной службы водителей, которые перевозят детей. Не относитесь легкомысленно к самому дорогому, что у вас есть, и помните, специальные кресла в случае аварии могут спасти жизнь вашему ребенку. О декадники автокресла детям и о дорожных происшествиях за неделю в нашей постоянной рубрике «Дорога. Территория закона». Детское кресло в машине – не роскошь, а необходимость. Ребенок в автомобиле – самая уязвимая категория пассажиров. В дорожно-транспортных происшествиях аналогичной степени тяжести они страдают значительно серьезнее, чем взрослые пассажиры. И защитить малыша может только кресло, подходящее ему по размеру. Это инспекторы ДПС объясняют водителям во время проходящего в настоящее время декадника автокресла детям. Алла Вячеславовна. Проходит операция ребенок, главный пассажир, у вас ребенок едет без кресла. Почему? Вы в курсе, что от этого зависит жизнь вашего ребенка? Инспекторы ДПС объясняют, использование детских автокресел и ремней безопасности при перевозке детей в автомобилях уже должно стать нормой для каждого водителя и родителя. Каждый должен понимать, насколько важно обеспечить максимальную степень защиты ребенка в машине. Ведь именно родители обязаны обезопасить жизнь своих детей. Татьяна Николаевна, ребенок пристегнут у вас? Почему он не пристегнут? Это же зависит от его жизни. Пойдемте, штраф напишем. Большинство детей получают серьезные увечья из-за того, что родители забывают пристегивать их в автомобиле, экономят на покупке автокресел или альтернативы удерживающего устройства. Вместе с тем, есть категория родителей-водителей, которые тоже из-за экономии, но чтобы не платить штраф, все-таки заботятся о своем ребенке и пристегивают его, пусть даже по этой причине, но по крайней мере пристегивают.